Здравствуйте, всем привет. Начало второго ночи, мы не спим, мы ждем, когда Диана зайдет домой. Сейчас она на улице, ее поздравляют друзья. Диана думает, что мы спим. Сейчас она зайдет, мы ее тоже поздравим. Потому что уже 11 октября. Мама, Диана идет. Давай, иди сюда, 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 сюда. Ну, блин. Тихо, тихо. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Целоваться не будем, ребят. Смотрите на Диану. Диана, что с твоим лицом? Мой возлюбленный Кирилл очень постарался. Ребят, все постарались. И меня не застарти. Диана уже с цветочками. Кнопа, а ты что? Она несет мои подарки. Да, помогаю. Круто. Так, Диан, мы тебя поздравляем тоже с днем рождения. Еще день рождения твой, конечно, не прямо таки настал. Ты родилась начало 10-го, но... Дан, поздравляй свою сестру. С днем рождения. С днем рождения. 17 лет, такая взрослая. Так, это еще не все. У нас тут еще вот подарки. Это, Диан, твой как бы, как называется? Талисман, вот. Кролик. Смотри, какой крутой! Теперь у них еще два! Да, что в смысле два? Покажи! В общем, ребят, мы выкладывали все ваши поздравления. Спасибо огромное, их очень много. Давайте, давайте перед тем, как Настя... Ребят, смотрите, какой обалденный! Он просто нереальный, блин! Настя, ты не поверишь! Что такое? В смысле, вы о чем? Я ее уже когда-то видела. Я расскажу. Она, Диан, похожа на тебя. Я знаю. Она такая милая. Мы были в этом магазине. Я увидела обезьянку и говорю: Диан, я тебе на день рождения ее подарю. В итоге я подарила зайца, а Дана подарила тебе обезьянку. Офигеть. Дианочка, это тебе букеты. Они там уже с водой достанешь. Какая красота. В общем, ребятки, мы будем праздновать. А сегодня мы просто Дианочку поздравляем. Пока что первые подарочки. Да, мне сейчас дать целую неделю. Так, там еще кое-что в пакете. Там еще что-то в пакете. Пакет. В пакете еще коробка. Коробка. Так, значит, начнем с маленького. Это, я так понимаю, что-то связанное с украшениями. Ребят, на самом деле... Подожди, стоп, не открывай. Я очень сильно переживаю, чтобы Диане понравилось. Очень сильно. Ты сначала покажи, а потом сама. Точно, я покажу сначала вам. Ой, я тоже посмотрю. Тихо. Можно смотреть? Открывай. Открывай дальше. А, подожди, тут еще. Подожди, стоп. Я тут думаю, что они такие, типа. Вот это, вы знаете, колечко с магазина. А что ты решила, что там колечко, я не поняла. Я просто сказала. Короче, ребят, Кнопа помогла открыть. Давай, Диане, аккуратно. Давай, доставай. Смотри. Хочу на ощупь попробовать. Ой, что это? Ну, давай! Ну, давай! Так и знала! Что, блин? Как? Это так и знала! Ух ты, какая она красивая! Я так и знала! Как? Диана, как ты так и знала? Я знала наперед! Короче, я догадывалась, я знала, либо мама подарит мне от этого бренда колечко, я думала, это будет 100% какое-то украшение, потому что мама мне еще подарила часы, офигенные. И сережки. Ребят, чтобы вы понимали, часы я покупала на ДФ, но, короче, Диана о них узнала и пришлось подарить раньше. Та-дам! Оно чуть-чуть большое. Мам, ну что, я буду носить. О, тоже со змеей, но с глазастой. У меня нет глаз, но не важно. Я думала, потому что маме очень понравились эти украшения, именно со змеями. Офигеть. Я думала, либо она мне подарит все-таки кольцо, либо это будет подвеска, типа как у мамы, со змеей. Либо, ничего, это торт. Либо есть от бренда Cartier огромный перстень со львом или кто там, гепард. Вот, короче, я думала, либо... Короче, ребят, ну, короче, Диана все знала, я в шоке. Она мне два месяца назад это... И Диана мне два месяца. Ну что это? Я думала, ты не догадаешься. Оказывается, ты все знала. Ребят, короче, посмотрите на Дианину физиономию. Короче, с днем рождения! А теперь Диана... Короче, сейчас я уже получила все подарки. Друзья меня, мои любимые, приехали, поздравили. Но не полностью. Подарочки будут похожи, как я поняла. В общем, я сейчас пойду убирать торт, который
лежит возле нашего двора, возле калитки, потому что обалдеть. Там все расквасилось. Поэтому мне нужно убраться. Ребята, даже не буду выходить, мне просто даже страшно. Хорошо, что я не вышла, мне бы просто... А, окей. Все, Диан, говори ребятам спасибо за поздравления. Их было просто миллион. Ребятки, завтра будем еще репостить. Спасибо огромное, мы вас любим. Сейчас пойдем спать, потому что нам все равно вставать. Этому человечку тоже, ей школу. Все, ребят, любим, любим, любим. С днем рождения еще раз. Вот и все, вот и все. Это первое падение, но без падений не бывает взлетов. Не так ли? Правильно, молодец. Короче, спокойной ночи. Я сегодня уже не буду выкладывать ваши обработки, но я все вижу. Я вижу каждого из вас. Поэтому отмечайте меня, чтобы я смогла вас запостить к себе в сторис. Я очень благодарна всем, кто меня поздравляет. Мне очень-очень приятно, что вы тратите свои минуты жизни на поздравления для меня. Это очень-очень приятно, и это для меня важно. Ты будешь завтра репостить? Завтра я буду репостить, да. Вот. И, в общем-то, всю неделю отмечайте меня, я буду... Отмечайте, год отмечайте. Да, да, да. День рождения. Баня в шоке. Баня, Вика. В этом году день рождения у меня... Баня, можешь меня обрезать? В этом году день рождения у меня длится аж неделю. С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, до воскресенья. До, да. О, вот, заценила тортик. Я не попробовала, но она попробовала. Милаш. Ты попробовала. В общем, ну все, мы можем уже крыть спокойной ночи? Спокойной ночи, ребятки. Ребятки, вот. Ну, блин, я расстроена, что ты Диана знала. Ну, как это так? Я Ванга, я ведьма. Короче, я расскажу. Я знала, потому что мама купила себе от этого бренда тоже колечко, и не только колечко. И у мамы...